I got broads in Atlanta, switch to the V in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Всем здорово, пацаны, с вами мы продолжаем играть на сервере с Матрам, да, номер 3, как всегда. И посмотрите, я просто написал в чат, типа, кто хочет попасть в серийку, жду вас возле БУ ЛВ. Посмотрите, сколько человек приехало, это Грок, или Гроц, или Грокс. Грокс, наверное. Привет тебе, привет, Стас Шемер, Шемер, да. Пашке привет, Гусейн, Экстази, Топ. Криптон и Питер, или Петр, даже без призов. Да нет, нет, нет. Короче, сегодня будет видос, как вы поняли, это мы затюнем с нами BMW F90. Садитесь, вот. Короче, и поставим вот номера на нее. Как вы знаете или не знаете, кто с моих новых подписчиков. Короче, у меня на первом серии была серия номеров ООА, как вы видели, на Грокса этот М4. ООА на 98-м регионе, короче. И там у меня что-то было 001, 003, 005, 004, 006, 007, 008 и 009. Кажется, так было, да. Вот, пока меня не забанили... Я его все-таки не успел закончить, эту серию. Вот. Перешел я на третью смотру, и здесь тоже захотел создать свою серию, так что давайте будем ее создавать прямо сейчас. Ну, это первое авто, которое я хочу повесить сюда номера. Кстати, номера буду весить ОММ. ОММ. Потому что воры, хам... Я хотел вообще ОМР, но... Они тупо были заняты. А я хочу сразу купить, чтобы... Короче, были свободны все номера, чтобы я еще не парился, не искал. Вот. Так что давайте затюнем немножечко в 90. Вот. Спойлер этот нет. Вот этот мне не очень нравится. Вот этот за 90 ставим. Вот. Надо покажу. Покажу. Даниэл Майер. Нет. Вот. Так, расширение арок мы ставим второе, наверное. Или вот это. Давайте пройдем немножечко. Передний бампер у меня уже стоит. А, да, я, видите, сзади черный. Я хотел купить в 90 фулл тюнинг, не хотел тратиться. Думал, здесь передний бампер стоит, вы видите, и думал задний. В итоге этот задний. Было вечером вчера, я так и не заметил. И, короче, это просто квадратик смотра. Меня тупо обманули. Ладно. Этот бампер не очень, вот этот ставим. Вот. И расширение арок давайте поставим вот это. Вот это. Что-то или вот это. Не, давайте 290, вот это. 740 тысяч. Бай-бай. Опа, смотрите, сколько людей. Окей, так. Чероны, чероны. Смотри, какой именно номер. И просто и все. Ну, такое. Вот. Также хотел сказать, что... Спасибо за лайки по предыдущей серии, Тарас. А во-вторых, как вы знаете, в прошлой серии мне подарил про 3 монитор этот. Что я хочу сказать, кабана? 124 и шестерку. Вот шестерку я оставил, у меня было только. Не было свободных мест. И мне пришлось продать 124. Так что 124 на БУ, кто хочет, может купить, но его, кажется, уже выкупили. Вот такое. Извиняюсь, конечно, что я продал, но шестерку я твою никому не отдам. Так что вот так. Каталог, как вы видите, в прошлый владелец поставил сюда Брабусы. Вы понимаете, да, и BMW, и Брабус. Что-то не то. Вот, давайте сюда какие-то диски более-менее нормальные найдем. Вот такие, короче, диски ставим сюда. Низкий профиль, все, покупаем. Вылазим. А пока здесь с дисками игрался... Уже 3 черона собралось. Номера И, НРА и КИА. Такое. Да, мне... И у меня остался лям 800. Что могу сказать? Это капец. Так. Нам надо еще лям, считайте, на... отставить на номер. Это капец. Было 10 миллионов. Кстати, да, купил ее за 7,8. Вот. Давайте поднимем его. Не знаю, 0,3 что ли. И кто хочет мне там помочь, подарить что-то там, денежки подбросить. Я каждый день захожу на сервер, так что можете меня встретить и
ждать. Да, вот, стоит. А 60? Серьезно? Это тонировка? Почему ее не видно? Ну ладно, давайте заднюю на сотку, все по 80. Что-то не видно вообще тонировку. Может, из-за того, что у меня улучшение графики стоит, да. Вот. Не, вот смотрите, просто тренировку добавили, уже вид преобразился. Блин. А потом, короче, хотя так вот нормально. Поехали, уберем этот сзади черный. Типа под винил сделано. Или не под винил, а под бампер. Вот. М-ку я уже эту точно никому не продам. Тем более, еще на первом сервере, да, кстати, надо заправиться, не забыть. На первом сервере я хотел бурдовую в 90 и купил сразу, к ее добавили на сервер с Панамерой. Купил ее в 90 и купил и сразу ее продал. Почему-то мне показалось, что нафиг она не надо. Извиняюсь. Так, матовый цвет здесь стоит. Акриловый вот. Матовый вот. Цвет металлик. Такое. Хром. Ничего, от хром не нравится, если честно. Вот такая хромовая. 275? Нет, спасибо. И такая пойдет. Чисто 100 тысяч на покраске, это такое. Это, я не знаю, вот матовый сделать или все-таки хром. Мат. Наверное, мат все-таки сделаю. Что-то мне мат больше нравится. Вот бренд с матерей убрать. Вот. Нормально. Хотя можно крышу черную сделать. А давайте все-таки черную крышу сделаем. Сохраняем и оплачиваем, пацаны. Черная крыша у нас. Считайте. Пока не видно, что это смотра наклейка и этот хром. Что мне хром больше нравится. На CCD прям хром, это прям капец какой хром. А здесь такой хром прям как металлик, если честно. Мне прям он нравится, что даже не 60 нашей, и что здесь, даже здесь. И у меня осталось лям 600 из 10. И у меня нету даже денег на штрафы. Какие штрафы? На процент. Мне придется работать. Какой? Такой, блин. Вот. Заезжаем. Самуэль. Продай, сейчас напишет. Смотри. Или цена. Снимаешь, да. Смель. Как твой ник считается? Смвели или Смвели? Короче, такой. Тут привет. Смель. Смель, да. Вот, заезжаем. На российские номера О005 ОМ и 777. Проверить. Что, издеваетесь? Да, ОМ. Подождите, ОММ. Вот мой номер. Фух, я уже думал, что это мой номер занят. Все, это мои... Спасибо, Куракан, спасибо. Свободно. Кстати, хорошо, что я покрасил хором, мне он больше нравится. ОММ 005-777 от кода 27 января. Это моя коллекция. За лимон покупаем. Все, пацаны, смотрите просто, как она сочно смотрится на данных номерах. Вот просто... Попробуйте кто-то сказать, что это дичь. Мне прям вообще нравится. Я очень долго выбирал данные номера, вообще серию номеров. Теперь будем собирать новую коллекцию. А на этом все, пацаны. Вот такая у нас бэшка вышла. Поставили фул обвес, ну, кроме переднего бампера, конечно же. Покрасили ее в хром цвет. Поставили тонировку, диски, не знаю, какие-то, наверное, 20-е тапочки. Вот. Сделали черную крышу, с наклейкой, конечно же, смотрим та, и поставили, конечно же, номера моей коллекции. К
Конечно, все знают, что мой любимый регион это 98-й. Ну ладно уже, 777-й, 3 топора тоже нормально. ОММ 005. Пожалуйста, не занимайте мою серию номеров. Можете на другом регионе покупать, но только не на 777-й. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, если вам понравилась данная серия. Жду от вас комментариев, теплых слов. С вами был Эван. Всем удачи, пацаны, и всем пока.